спустя год, наконец-то, вновь мы возобновили игры. У нас уже в январе прошли первые два этапа. Это было очень круто, потому что нефтекамский зритель очень соскучился по КВН. Мы это точно знаем. И сегодня вновь ждем мощнейший шквал эмоций от всех зрителей, которые сегодня будут сидеть в этом зале. Давно не было игр. Рады? Очень рады. Прям соскучились по КВНу. Но тут не прошло и месяца, уже вторая игра. Мы прям счастливы. Ну, прям очень счастливы. Сколько шуток родилось за это время? Ну, так не сосчитаешь, но много шуток. Мозговые штурмы как часто устраивали, пока был карантин? Почти каждый день. Прям. Дистанционно, чтобы соблюдая законы все? Нет, дистанционно в КВН не поиграешь. На работе шутки шутите? Ну, у нас же учебное заведение. На работе вообще, да, без юмора вообще жизнь не жизнь. Поэтому без юмора никуда. Какие самые любимые шутки? На какую тему проще всего шутить? Ну, нам по специфике своей привычнее, удобнее и смешнее. Шутим над собой, чтобы смеялись люди. Ну, вообще, совет людям, тем, кто вот еще пока не научился шутить над собой. Надо учиться? Обязательно. Без самоиронии вообще, мне кажется, ну, очень тяжело живется. Я сутулый, я учусь на одни пятерки. Меня зовут Тимур, и я учусь на одну пятерку. Обожаю физкультуру. Ну, как вы понимаете, я из тех людей, кто чаще всего мочит тряпку, манту и горы. Ну, кто у вас самый мозговой штурм? Ну, все команды делают какую-то часть работы. Как долго рождается шутка вот в вашей команде? Ну, шутка вылетает так спонтанно. Муза приходит, да? Да. Сколько человек у вас в команде? Получается, у нас в команде 5 человек. Вот. Девчонки есть? Да. А девчонки смешно шутят? Конечно. А то просто есть такое мнение, что девчонки в команде просто для красоты. Нет. Нет. Вы заметили, что отец никогда не пройдет мимо комнаты своего ребенка просто так. Твоя единственная дочь. Чё? Как? Нормально? Да. Молодец, правильно? Ой, математика, английский. Окно закрыть надо, дует ведь. Закрыто. Этот, ты там маме позвони, когда она приедет. Я просто занят. Ой, пошел я там третий период. Начинается. Благодаря кому сегодняшняя игра имеет место быть? Наши игры проходят при поддержке фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан, ну и город поддержал эту идею. Билеты как быстро раскупаются? Билеты разлетаются мгновенно, за неделю до игры обычно, но все постепенно, люди узнают, люди вспоминают, и люди, кто реально соскучился, сразу начинают покупать. Если бы это был билет Тесси Джуниор, то номер бы уже закончился. Ну а мы продолжаем. Так жаль, что ты не уделяешь этому внимания. Здравствуйте, Мария Ивановна. У вас сегодня такой красивый платок. Спасибо, Самир. Прям как наши новые шторы. А это будет наш с тобой маленький секрет. Шпунь! Итак, представьте, общежитие в нефтяном колледже. С днем рождения, Артем! С днем рождения! Артем, с днем рождения! Ну что, все в столу? Спасибо, Майру, за теплые остановки. А о чем будете шутить? Ну, о многом, можно так сказать. Ну, секреты раскрывать пока не будем. Потом все увидите. Вот это профессиональный подход, я называю. Вы самые младшие в команде? Да.
Я самый младший. Сколько тебе лет? 7, ему 8. Да, и в КВН вы сколько уже играете? Где-то 2 месяца. Так, вот смотрите, дома тоже шутки шутите? Ну, да. Мам, папа как реагируют? Нормально, им нравится. Вы репетируете дома сами, без команды? Ну, трудно, конечно, но слова повторяем. Желаю вам удачи. Давайте сегодня хорошей игры. Молодцы. Шутки врываются в нашу жизнь, так? Да, веселье наконец-то вернулось в Нефтекамск. Я прям самым веселым лицом этом говорю. Нет, серьезно. Наконец-то КВН, наконец-то Нефтекамск. И он будет дальше продолжаться. Спасибо огромное командам за юмор. За юмор, за отрепетированность. Огромное спасибо за неотрепетированность в некоторых моментах. Но ничего страшного, есть над чем работать, как говорится. Супер, Куба, достается команде КВН.